Транспорт Верхней Волжья внес коррективы в ряд маршрутов. Расписание поменяется у автобусов номер 2, 9, 20, 30, 208, 205 и нескольких других. Часть из них будет работать теперь до 23:30. По многочисленным просьбам пассажиров, некоторые маршруты будут продлены. Заработают новые остановочные пункты. Несколько уже существующих будут переименованы. Нововведения начнут действовать с 1 мая. Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в мобильном приложении «Волга» или позвонив на горячую линию по телефону 8 800 350 2099.